Пять дней зачитывали приговор. В Саратове осудили преступную группу, занимающуюся незаконным игорным бизнесом. Пожар на мебельной фабрике. На энгельсском предприятии выгорело более 500 квадратных метров. Останется ли в Саратове? Один из крупнейших сотовых операторов связи закрывает свои филиалы. Об этом не только расскажем в программе новости РЕН-ТВ Саратов в 19:00.